Всем привет еще раз. Да, привет всем. Один из организаторов. Главная дорога. Что мне понравилось, ребята, несмотря что нас так подставила одна фирма, ну все вы уже знаете, ребята очень быстро и мобильно нашли место для проведения этого мероприятия, да? И, как и обещали, все получилось быстро, оперативно. Народу еще больше, по-моему, чем было. Ну, народа на самом деле будет километр. Ожидаем. Время. У нас еще время. Мне кажется. А второе, что там они стояли все, скажем так, концентрат был больше. А здесь. Не, ну народу я уже так вижу, что намного больше, чем было. Будет намного больше. И подъезжает. Есть уверенность 100%, что коммерческий ход. Да. Ну, не провести мероприятие. Ну, закваска так зреет. Главное вовремя провести. Да. А я смотрю, даже, может быть, это неделя, а больше то, что у нас был вот этот вот заминка, она больше дала даже возможности народу подготовиться к этому. На самом деле, видишь, как получается, все эти тренировки, да, они закаляются. В прошлую субботу мы так это тут, а сейчас мы как бы, наоборот, такой подъем. Подъем эмоциональный. Да, все, что не делается. Да, все, да, еще появились же участники, как бы. Сейчас парк уже пройдете, увидите. То есть уже подтянулись участники дополнительно. Это здорово. Ну, спасибо. Пойдем регистрироваться.